Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, у нас нет новых сообщений почему-то. Не знаю почему. Так, давай тогда откроем колоду. Кто у нас там, Ксивер Монтас? А, нет, Зэк. Зэк выпал. Так, здесь заберем награду. Ну что, Лига Мастеров, 2 звезды. Как ты видишь, ранг 48. То есть сегодня есть 100%, что мы попадем в топчик. Но мало откатов. Маловато будет откатов, если честно. Ладно, давай сделаем в начале ежедневки. Тут откаты у нас тоже, как говорится, даются. Так, возьмем, наверное, Лео Макмана. Возьму Армагошу. Донателло в тот раз чуть у нас, ребята, не свалился, да, помните? Чуть было не отгреб по полной программе. На микронах там выжил. Так что больше такого повторять нельзя. Я не буду рисковать зазря. Так, ну-ка. Так, ну хотя бы постепенный урон. Так, он не жилец. А Масуха от кужеголового пошла. Здесь у нас еще та бригадушка стоит. На тебе, муха. Ты посмотри, какой живучий, а? Мухобойщик, а? Я немножко даже в шоке. Обычно я считал, что муха, ну, вата, а она тут выдерживает от сотых уровней такой урон и хоть бы что ей. Пи. Ну что ж, друзья мои, здесь мы сделали, заберем награду и пойдем, наверное, сразу же сразимся в поединках. Так, где мои маузеры? Вот они. Где мои маузеры? Что нам нужно найти? Нам нужно найти 11 номеров. 11, да? Получается уже 10. 9 8. Упс. 7 6. Давай 6. Так, это 5. Еще 5 остается. И вот сейчас они мне будут, ребят, все наперекор делать, да? 4 3 2. Ну, последние. Давай, игра, не скупись. Ну, еще один. Все. Сделали мы это дело, ребята. И прокачиваем до 5-й ступени. Еще, это еще одна массовая атака у нас. Так, мутагена не хватает, жалко, но ничего. За арену, возможно, мы заработаем. Ну что? Упс. Так, ребятушки, с вашего позволения, я все-таки пробегусь здесь. Я знаю, что здесь мало всего лишь телепортов получаем, но каждый телепорт нужен. Поверь мне. Тем более, когда он раздается на халяву. Мы и так очень много, как говорится, долларов тратим на то, чтобы нам приобрести эти телепорты. А тут, да, тут немного. 7 получается, да, вот 4,3 это 7. А потом, по-моему, там сколько? 5 будет, да? Это получается 12. Ну, маловато будет, но все равно, ребята, это лучше так, чем никак. Так что нечего, как говорится, здесь скупиться. Так, и получается 3, это 7, плюс 5, это получается 12. И там еще 6, это получается 18. 18 телепортов в общей сложности мы получаем. Это нормально. Так, уж головы, хорош тут буянить. Ну, зачем ты вот это делаешь? Ну, зачем это усиление нужно моей команде? Ну, ну скажи, Крэнк. Мы же и так бы его запинали бы. Угу. Так, и последняя у нас получается, да, битва. Насколько я помню, там будет у нас 6, по-моему, да? Ну да, 6. 6 телепортов. Ну и нормально. 18 телепортов, как говорится, на дороге не валяются, так что лишними они уж точно нам не будут. Лучше бы, конечно, это было бы 18 откатов. Так было бы намного приятнее. Хоп, тын-тын-тын-тын. Вот это сейчас было не в тему сделано. Если честно, зачем он боеголовку? Лучше бы он сделал лучом атаку. Опять усиливает команду. Я смотрю, он любит усиливать команду, Крэнк-то. На! Понижение брони, и, соответственно, Зэк с вертуха на его врубает.
Ну и прикольно. Так, замечательно. Дальше что у нас? А дальше, так, поднять уровень. Дальше, ребята, арена. Смотри, что они делают, а. Да. Супер Шреддер. Подождите секундочку. Мне бы, конечно, союзников бы надо. Да, поехали, попробуем. Так, тут уже зэк впендрючился. А мы, наверное... А, ну, в любом случае, нам он нужен будет. Поехали. Фармить жетоны, конечно же. Ну, в первую очередь, не жетоны, а эмблемы нам нужны. Ну, и жетоны тоже здесь. До кучи, как говорится, попадут нам. Так, минус. Ну, карайка, понятно, слабенькая, поэтому... Именно змея. Поэтому от нее тут нечего... Чего-то там. Что-то, ну что ты, Тимати, ну хорош, завязывай давай уже дурачка-то валять. Танцы он тут свои с бубном начинает не делать. Так, Мондагека. У нас тут Эйприл и Кейси Джонс. Ну-ка. Молодец, Ванек. Двигаемся дальше. Ну давай попробуем заблокировать его на всякий случай. Теперь массовая атака. И валун. Я думаю, этого будет достаточно им. Еще бы. Просто по красоте. А теперь что делаем? А теперь просто фармим. Так, снаряжение союзники получаем. И поехали. Так, микроскоп. 4 доллара. Вот, эксперт снаряжение получили. Снаряжение союзники. И пошли, ребята, жетоны. Все. Сыр у нас закончился. Ну что, теперь самое время, ребята, переходить на поединки. Так, 17-24. Ух, 79-77. Ну это жестко. Это, ребята, жестко. Жесткач прям какой-то настоящий начинается. 79 это уже предел. Максималка, просто максималка. Здесь нельзя вообще даже шанса им давать. Карайка, наверное, сейчас будет первый ходить, да? Да, ребята, у нее на этом уровне офигенная инициатива. Так же, как и у Микеланджело. Ну, я думаю, что это им не поможет. Давай, Крэнгушка, бомби лучом. Изи. Даже несмотря на то, что здесь, ребят, стояло у кого-то уклонение. Все равно мы их тут раздеребанили. Так, 37 место. 37 место. Не, а то же давай-ка мне 17-24. Что ты мне опять-то тут начинаешь кренделя давать? Ты смотри, а. Вы специально что ли так делаете? Вот. Блин, ну тут майки. Ох. Тут, ребят, уже не до шуток. Так, я, наверное, не буду брать слабых там. Давай, знаешь, как сделаем? Вот так вот. Потому что если я возьму там слабеньких, вдруг что-то пойдет не по нашему плану, он их просто снесет. А мне нужно, чтобы Шреддер его вырубил. Круто. Офигенно. Они все, ребята, от постепенки упали. Выжил только Донателло, но и то Армагон уничтожил. Так что прекрасно все. Давай 27-ю позицию. О, даже 25-я. Круто. И опять они за свое. Ну что, я здесь, наверное, возьму Макмана, Зека и Ваньку. Макмана, Зека и Ваньку. Какая такая команда не очень такая прогрессивная. Главное не дать их сходить маузером. А у них инициатива, по-моему, большая здесь, да? Так, а ну-ка. Пробьешь, Рафик? Вряд ли, уровень маленький у него, да? Но, тем не менее, двоих ушатал, и Валька добивает. Отлично. Слушай, я от Рафаэля не ожидал, что он сможет их пробить там на добивку. Я думал, у него уровень маленький, но нет, все, он справился. Красавчик. Так, 14-я позиция. Рафаэль, Майки, Дони. Ну, давай тогда и Усаги здесь.
тяжело, конечно. А дальше-то нам как делать? Дальше нам тратить откаты придется. Это, считай, на каждый поединок по 2 отката. Ну, что ты хотел? Вот такая вот, ребята, получается, трабла на высшей лиге. Там по-другому никак. И хочешь вроде бы, да, аккуратно и экономнее, а оно не получается. Давай, слышь. Ну, молодец. Хотя бы в добивке имеет от него толк. Жалко, конечно, что Донателло здесь у нас не отыграл, и остальные. Да ладно, мы даже не перешли. Ё-моё. Это несправедливо. Давай я возьму кожеголову, наверное. Тихо, тихо. Так, Бакстера уберу пока. Раз, два, три. Маузера мне здесь не нравится. Ну, эти, кролики. Вот эти вот. И Микеланджело, конечно же, будет первым, да? На усиление атаки. Ну-ка, валун. Смотри, 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 смотри. Сейчас шваркнут, да? Ух, ребята. Просто Шархан у меня на микронах выжил. У него осталось там жизни просто буквально плюнуть, и все, он рассыпался бы. Ну что, мы переходим, ребята, в Лигу Мастеров 3 звезды. Шикарно. И вот здесь вот начинается самое такое. Ага, ага, ага. Поехали. Крэнк. Крэнк здесь основная у нас сила. Вот мне не нравится только Карайка здесь. Кого бьет? Железноголовый. Слава богу, он железноголовый. Так легко его не взять. Сейчас посмотрим, что у нас получится. От луча кто упадет? Карайка сдулась. Дальше мы, наверное... давай, наверное, Сплинтера. И волна. Есть. Вот как-то так решаются у нас проблемы. Ну что, поехали далее. 81-я, то есть 11 ступенек пролетели. Так, ну что, я возьму Леонардо и возьму, наверное, здесь Армагона. По инициативе я не вижу, чтобы здесь какие-то были проблемы у нас. Раз, два, три. А, майки же, ё-моё, майки. Блин. Я же совсем забываю, что Микеланджело же имеет... А, нет, смотри-ка. Армагон его здесь переплевывает. Тьфу. А чё, у этого Микеланджело что ли такая инициатива маленькая на 79 уровне? Те Микеланджело, остальные почему-то ходят первыми, а этот нет. Так что есть разница у них, оказывается, между разными видами Микеланджело, получается. Надо будет это запомнить и учесть. Так, вот здесь тоже, видишь, Микеланджело, но, по-моему, вот этот Майки как раз будет ходить одним из первых, если не ошибаюсь. Сейчас проверим. Будет ли он ходить первым? Нет, опять же он не ходит. Странно. Почему-то я всегда думал, что Микеланджело, тем более на высоких уровнях, ходит первым со своей большой инициативой. Но я точно могу тебе сказать, что Хан... И Карайка, они, да, одни из первых сразу же начинают ходить. Так, поехали. Возьму опять же Леонардо и возьму, наверное, здесь Крэнга. Раз этот Микеланджело не ходит первым, значит, я могу взять вот таких вот бойцов. Хотя это было по отношению к Армагону. Здесь я не знаю, как он будет ходить или нет. Так, Лео у нас первым ходит. Делает вертушку. Слабую вертушку. Ну, я думаю, Крэнгу достаточно, чтобы добить. Этого будет достаточно, да? Окей. Нормально. Все пока у нас хорошо идет. Какое там у нас место получается? 49-е, да? 49-е. Ну что, я возьму, наверное, здесь Лео. И Крэнга. По инициативе я не вижу, чтобы тут какие-то были проблемы у нас. Вроде бы Кирби? Нет, Кирби нет. Вот этот вот Майки, по-моему, ребят, будет первым сейчас ходить. Нет? Очень интересно. Хм. Странно как-то.
Значит, получается, что у нас только один Микеланджело ходит первым. Это который делает уклонение. И Карайка, получается, вместе с Ханом. А остальные такси. А, нет, еще который танцует. Тоже Майки этот любитель попакостить, так скажем. Роберто. Ну, давай Роберто этого возьмем. Так, берем Армагона, берем Кренга. Блин, бойцов-то еще сколько? Ёк-макарек. Бойцов много, откатов мало. Как вот... Ну, ладно, за рекламу еще посмотрим. Может быть, дадут нам 10 наших откатиков. И этого уж точно нам хватит, чтобы пройти. Сплинтер там что-то еще тыкает. Кто-то написал мне из подписчиков: а я вот люблю смотреть твои старые видео, потому что они интереснее. Я, знаешь, что скажу? Они не то, что интереснее, просто там, в старых, в самых первых видосах, мы не были прокачанными. Там все очень тяжело давалось. Это вот сейчас я здесь, вон, видишь сам, беру топовых бойцов и проходим с тобой на одном дыхании. Там такого не было. Там приходилось пыхтеть за каждую победу. Ты посмотри, я там... Этот, смятение... Как оно называется-то? Ё-моё, я же забыл. Смятение из другого измерения проходил по чуть-чуть, по чуть-чуть. И то там еле-еле фейлился очень много. А сейчас? Сейчас мы можем с тобой, если при желании, за одну заходку просто пройти его. Все, вдоль и поперек. Для нас этих проблем не будет. Поэтому они и кажутся тебе интересными. Вот. Так, ребята, у меня закончились откаты. Мне пора идти в магазин. И... Так, подожди, где у нас в магазин? И зарабатывать наши откаты. Так, ну что, ребята, забрал я последнюю награду. 11 откатов у нас есть. Да я думаю, мы возьмем топчик сегодня. Чего уж тут скрывать. Да, буквально поединка 2 и все. И мы будем на месте. Ну что, поехали. Так, Биба Прокстеди, Майки, ну понятно. Вот это, кстати, Майки заметил, да? Вот у него офигенная инициатива, он всех переплевывает. И моего Армагона, и Леонардо. Так, упал Бибоп, интересно. Раньше он наоборот выживал, да? А теперь он упал. Странный какой-то малый. Ладно, в любом случае победа здесь за нами. Давай 9-ю позицию. Давай 9-ю позицию и все. Спасибо. Ну что, я так понимаю, последний у нас заключительный бой. Так, давай я, наверное, вот так вот сделаю. Раз, два, все. Да этих ребят тут за глаза и за уши хватит. Тут даже бы Армагона с Леонардо хватило. Зачем я Усаги брал, не знаю. Поехали. Сейчас тут Усаги наваляет им налево и направо. Прекрасно. Теперь Армагон добивает их всех. И все. Что и требовалось доказать. Друзья, победа за нами. И мы наверняка сейчас заберем топовое место. Ну? Да. Первое. Первый из первых. Так, а теперь давай-ка мы прокачаем еще маузеров наших на один уровень. Кстати, они скоро получат у меня 80-й. Ух, это будет шикарно. Это будет очень даже, ребят, шикарно. Ну что, теперь я готов, как говорится, встречать понедельник во всеоружии. Мне ничего не страшно, меня не скинут уже. А если скинут, все равно я быстренько обратно вернусь. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.